Итак, Юнга, сегодня у нас большой день посетителей в Krusty Krabs, так что принимайся за работу, Спанч Боб, и чтобы больше никаких глупостей, а не то уволю! Слушаюсь, капитан! Старый скряга. Эй, дурень, поступил заказ на один крабсбургер, пошевеливайся! Как же мне это все надоело! Каждый день одно и то же! Этот старый жмот Крабс мне не платит и вечно на меня орёт! Этот кальмар-переросток принимает меня за какого-то придурка! Еще немного, и я просто сойду с ума и уничтожу это место к чертям! И этот тупоголовый идиот Патрик так и не вернул мне мои 50 долларов уже спустя 3 года! Ага, я знаю, что мне сделать. Ну, сейчас я вам всем здесь такую устрою. Крабсбургеры! Панч Боб, посетители ждут. Ну ты там скоро, а? Панч Боб, что это ты удумал? Почему все крабсбургеры горят? Заказ подан! Эй, парень, значит ты думаешь, что я стану тебе за это платить, да? Хотя у меня отравить маньяк! Все претензии предъявляйте не ко мне, а к нашему безбашенному повару! Я пошел жаловаться Крабсу. Ой, ты это будешь есть? Пойду навещу Спанч Боба. Мистер Крабс, ваш повар Спанч Боб творит такое! Он просто невменяемый! Ну же, идите разберитесь с ним! Мистер Крабс! О, что? Да, Сквидвард, идите работать! Мистер Крабс, Спанч Боб устроил бедлам на кухне! Сжег все крабсбургеры и накормил ими посетителей! И они хотят вернуть свои деньги. Вернуть деньги! Ух, я доберусь до этого сорванца! Когда-нибудь настанет тот день, когда я наконец-то уволюсь отсюда! Интересно, а почему сейф Крабса открыт? Неужели снова планктон? Это еще что такое? Спанч Боб! А? Нет! Мои крабсбургеры! Спанч Боб, что ты тут натворил? И зачем тебе столько спичек? Это что, мой кассовый аппарат? Мои деньги! Моя формула! А-а-а!
новыми, мальчик! Ты вообще слушаешь меня? Эй, Спанч Боб, не одолжишь мне 5 баксов? Я обещаю, что на этот раз я все верну. А? Крабсбургер! Нет, Патрик, постой! Иди к папе! Нет! Не подходи! Наконец-то ресторан этого проклятого Крабса наконец уничтожен! Теперь все будут ходить обедать только ко мне, в Чамбакет! И я стану владыкой мира! Ненавижу крабсбургеры!